В общем, меня прикольнуло наш первый сон, наш ОГГ или кошмар. В общем, хочу еще, хочу еще. Давайте посмотрим еще один. Перед первым взглядом. Да. Сон. Мне снится сон. Женщина. Хотя нет, девушка. Ангел. Сон. Сон, в котором ангел носил некое чудовище. Какой ужасный кошмар. Прозвучало что-то неразборчивое для меня. Ангел что-то молвил, но я не слышал ее слов. Ее крики были неслышимы и недосягаемы для меня. Тот, что противостоит ангелу. Тот, кто плевал на какое-либо благочестие. Тот, что желает тьмы внутри света. Тот, кто пожелал красить яркий красочный мир пучины тьмы непроглядного мрака. Тот, кто посмел бросить вызов самому Всевышнему. Никто иной, как истинный дьявол или же демон. Ангел расправил свои чистые непоколебимые крылья, встряхнув длинными локонами волос своих, безмолвно крича. Чудовище или же монстр, широко раскрытыми глазами, переполненными злобой, продолжал повелевать своими длинными щупальцами, сотрясающими саму землю рыком. Какие же очаровательные существа эти ангелы. Ангелы настолько прекрасны и красивы, но именно своим очарованием и своей красотой они пробуждают истинное зло в сердцах тех, кто посмел на них взглянуть. И все же, так ли действительно священны, непоколебимы такие существа, как ангелы? Монстр, что казался воплощением самого зла, продолжал безнаказанно ползать, лаская каждый сантиметр тела ангела своими мерзкими и склизкими щупальцами, казалось, соприкасаясь с нечто неприкосновенным. Ангел, чье неприкосновенное тело было полностью охвачено пленом немыслимого зла, оказалось бессильно его вторжению в ее священные недра. Слизистое извивающееся физиологическое олицетворение отвращения и мерзости лишь продолжало унижать и порочить священное тело ангела. Склизкая масса чудовища, окрашивая белоснежный покров ангела, начинает пропитывать ее, просачиваясь в самые недра, порочая ее. Коррозия, ассимиляция. Сцену, что я сейчас лицезрел своими глазами, идеально было бы описать именно так. Ассимиляция. Монстр выглядел как нечто похожее на... Хотя нет, не на что-то, а скорее на кого-то. Кого-то, кого я знал. Но на кого же? Там, под недрами самого монстра, шурша и извивая щупальца его, окутав мои глаза, словно прикрывая их алым занавесом. Чудовище, широко раскрыв свою пасть передо мной. Его широко раскрытая пасть напоминала мне взгляд пучину великой бездны, темной и непроглядной. Пока это чудовище продолжало медленно пожирать меня, меня охватило бурным потоком противоречивых эмоций. Страх и в то же время бесстрашие.
неприятие и в то же время привязанность, непостижимость и в то же время истинное сознание, порочность и в то же время непорочность, любовь и ненависть, свет и тьма. Поток противоречивых эмоций продолжал изливаться из недр моей души. Лика чудовище этого, и лика ангела сего, лика мое